Thank you.
Снято. Представьтесь, пожалуйста. Команда Браво Карп Хантерс. Корж Евгений, Ропо Юрий. Город. Александр Киев. Александр Круликов. Город Киев. Ясно. Как у вас впечатление о рыбалке? Скажите, как о соревнованиях вообще? Ну, какие впечатления на соревнованиях? Самые несомненно есть, ну не знаю, адреналин, это всегда присутствует на соревнованиях. Это, ну, это не передать словами точно. Много интересных моментов. Да. Неожиданных приключений. Да. Неожиданно первые сутки были, по-моему, самые такие. Первые сутки были никакие. Вторые тоже. Как я уже говорил, что вы дали всем фору, наверное, все-таки. Ну, как бы, конечно, соревнования – это всегда встреча друзей, всегда общение, это всегда приятно. Хорошо. А в таком составе первый раз участвуете? Да, мы в этом составе мы участвуем первый раз. То есть мы объединили две команды, сейчас вот, скажем так, подусиливаем. Ну, неплохо получается. Про водоем вас спрашивать не буду, уже все участники, в принципе, сказали, что водоем один из самых лучших в Украине, если не самый лучший. Поэтому я вам могу только передать их слова. Вот. Они вам пожелали, то есть я спросил, какие есть недостатки в водоеме, или чтобы вы пожелали. Они сказали просто только идти вперед. А вот сказать что-то плохое, сказать к счастью, или к сожалению, не никто посмею. Не, ну, то есть ребята говорят правду, когда на соревнованиях, поэтому, то есть, и желают остальным водоемам, вот, как бы идти хотя бы по чуть-чуть за вами. Вот, в связи с этим я тебе хотел вопрос задать, как вот такое удается все-таки, потому что водоем, насколько я знаю, он реально лучший. Он ухоженный. Ну, здесь, да, здесь надо сказать большое спасибо хозяину водоема Дмитрию Александровичу Рудковскому. То есть, как бы, он всегда поддерживает его, скажем там, в такой порядке, в таком чистоте, как бы не самое маловажно, что сейчас присутствует на водоемах. То есть как бы создает все условия для того, чтобы сюда приезжали люди, люди отдыхали, не только как бы рыбу ловили, но и отдыхали. Потому что с нынешней обстановкой, то есть люди как бы ищут, скажем так, тихие укромные места, чтобы отдохнуть мозгами. Поэтому как бы большое спасибо ему в первую очередь. Вот, ну а мы как уже, скажем так, помогаем. Что, какой-то секрет есть вообще, чтобы другим водоемам что-то можешь посоветовать просто? Ну, что... здесь тяжело советовать. Ну нет, ну понятно, что не все рассказывают. Ну вот ты ж бываешь на других водоемах. Вот на твой взгляд, что, ну, в первую очередь не хватает хотя бы? Ну, у нас тут, скажем так, на нашем водоеме тоже есть, что надо доработать. Ну, понятно, вы работаете. Да, то поэтому есть... вот, как бы хотелось бы выйти, посмотреть на другие водоемы, как вот за границей, как относятся отношения к самой Карибии, отношения к той территории, на которой ты находишься. То есть это вот самое немаловажно. Ну и, конечно, это рыба, потому что это... Ну да. Ради чего мы сюда приезжаем, половить этих красавцев, подержать в руках. То есть, как бы, хотелось бы сказать, что люди, чтобы они как бы берегли эту природу. Ну, насчет рыбы, на соревнованиях ребята взяли двадцатку, это, я так понимаю, рекорд официальный водоема в плане соревнований. Да, в плане соревнований это как бы рекорд. То есть они побили, в принципе. Да, в этом рекорд. Году как бы мы бьем много всяких рекордов. Да, это благодаря командам с Одессы. В основном рекорды за все команды с Одессы. Вот и говорят, что какие-то планируются зарубления. Да, планируем зарубления, вот. Ну, пока, скажем так, обещать не будем. То есть все увидим. Хорошо, спасибо вам большое, ребята. И не хвоста. Спасибо. Спасибо.